100 тысяч квадратных метров – пищевое производство с собственной логистикой. Потенциал будущего предприятия – компании Rent to Business. В перспективе оно позволит обеспечить жителей рабочими местами – это около 700 мест, а бюджет округа – солидным пополнением. Встреча с руководством компании состоялась в рамках инвестсовета в администрации округа. Инвестиции по данному проекту, они довольно крупные. Это порядка 3 миллиардов рублей. Строительство логистического центра может потребовать около 3 лет, но помимо тех инвестиций, которые будут привлечены, это еще и позволит привлечь жителей городского округа на работу в этом логистическом центре. Представили на инвестчасе еще один интересный проект. Предприятие «Рыникон», которое существовало на территории городского округа Щелково, претерпело некоторые изменения. Мы развиваем производство, которое, в общем-то, по некоторым причинам закончили свое существование. Сейчас завод куплен фирмой новой, на новом оборудовании, которое производит модернизацию и создает новые рабочие места. Немаловажно, что поддерживают предприниматели и за счет областных программ. В частности, бизнесмены могут компенсировать капитальные затраты. У нас на территории, кстати сказать, представители малого и среднего бизнеса такие возмещения получают. Мы уже поддержали порядка 8 таких предпринимателей в областной программе, которые на возмещение получили порядка 25 миллионов рублей. Представители компании Rent to Business попросили администрацию муниципалитета помочь в выделении земельного участка. Глава городского округа Щелково Сергей Горелов обещал оказать содействие в этом вопросе. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.